Воспитатели детских садов Славянского района смогли продемонстрировать свои лучшие качества в традиционном профессиональном конкурсе. Он стал для педагогов не только центром притяжения, но и школой передового опыта. Смотрите наш репортаж об этом мероприятии. В профессиональном конкурсе приняли участие 15 педагогов из 15 дошкольных образовательных организаций. Сначала участники выполнили 3 конкурсные испытания заочного этапа: визитная карточка, моя педагогическая находка и педагогическое мероприятие с детьми. Кроме того, персональный интернет-ресурс, интернет-портфолио каждого конкурсанта был просмотрен членами жюри. Участники продемонстрировали свою профессиональную и общественную деятельность, достижения и увлечения, показали опыт работы с детьми с применением современных образовательных технологий. Финал муниципального этапа прошел на базе 15-го Славянского детского сада. К финалу конкурса были допущены 5 участников, набравших наибольшее количество баллов по итогам первого этапа. Я желаю сегодня вам получить долю удовольствия, массу позитивных эмоций. Вы уже победители, вы уже самые лучшие. Есть участники и финалисты, насколько я понимаю, вы уже самые лучшие. Я желаю вам уйти отсюда с огромным багажом знаний, хороших положительных эмоций. Ну и в добрый путь, уважаемые коллеги. Пусть все у вас сегодня получится. Финалисты постарались ярко выступить в 2 конкурсных испытаниях – мастер-класс и ток-шоу «Профессиональный диалог». Нужно было уметь работать в команде, проявлять педагогический такт и творчески подходить к решению сложных задач. Взять картинку в руки и посмотреть. Игра называется «Из какой? Сказки или нет?» Пожалуйста, назовите сказку. «Царевна лягушка, стрелка». Кощей бессмертный. Очень хорошо. Знания сказок. Молодцы. Авторитетное жюри подвело итоги муниципального этапа профессионального краевого конкурса «Воспитатель года Кубани-2023». Победителем конкурса стала Наталья Корнейшикова, музыкальный руководитель из 7-го детсада. Призерами Анастасия Донченко, учитель-логопед из 25-го, и Юлия Кармалит, воспитатель из 2-го детского сада. Лауреатами конкурса Татьяна Сумовская, воспитатель из 15-го, и Светлана Шаповалова, учитель-логопед из 31-го детского сада. Лучшие педагоги были отмечены почетными грамотами и поощрительными призами. Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».